Пятый международный культурный форум пройдет в Петербурге с 1 по 3 декабря, но уже сейчас начинается активная подготовка к этому значимому событию. В 2015 году количество участников форума превысило 11 тысяч, среди них были представители 79 стран. Как сообщают организаторы, предполагается, что официальным гостем форума в этом году будет Франция. Как передает РИА Новости, отдельная программа форума будет связана с российско-французскими культурными связями. Кроме того, большая программа в этом году посвящена переходу от года российского кино к году экологии и юбилею Прокофьева.